о выделении десяткам стран мира экстренной помощи на борьбу с пандемией. Эти средства в Госдепартаменте назвали первой инвестицией в глобальную борьбу с коронавирусом. Мы выделяем помощь на сумму почти 274 миллиона долларов. И это общая сумма на сегодняшний день. И есть 64 стран, которые определили, что самые нуждающие страны. И среди этих стран Беларуси, Украины, другие страны Центральной Азии, на Кавказе, которые получат помощь в сумму больше, чем миллиона долларов каждой стран, чтобы бороться с этим вирусом. В числе получателей сразу 11 постсоветских стран, которым помогут подготовить лабораторные системы, активизировать работу по выявлению случаев заболевания и поддержать технических экспертов в реагировании и обеспечении их готовности. Объем помощи от 800 тысяч до 1 700 тысяч долларов. Но самую весомую поддержку получат не отдельные страны, а международные организации, координирующие глобальные меры по борьбе с пандемией.